Друзья, всем привет! Я Михаил Кудрявцев. Это канал Dance for Me. И хочу вам отправить лучик тепла с солнечной Кубы. И вместе с этим разобраться, как именно вам могут помочь три базовых оппозиции сделать ваш танец просто в разы лучше. И если вам это интересно, то оставайтесь и разбирайтесь вместе со мной. Первая базовая оппозиция говорит нам о том, что необходимо свое тело разделить приблизительно пополам в районе тазобедренной части. Верхнюю часть мы стремимся растянуть наверх, а нижнюю заземлить максимально в пол. За счет этого наш корпус становится идеально ровным. Ведь когда мы его растягиваем, другого положения просто невозможно создать. Важно! При этой базовой позиции мы бонусом получаем максимально качественный баланс. Не верите? Попробуйте сами! Вторая базовая позиция говорит нам о том, что необходимо подвздошную кость подкрутить вперед и наверх. В позицию поставить вывод грудной клетки по принципу балкончика. Таким образом, вы свое тело подведете в максимально ресурсное состояние. Третья базовая позиция гласит нам о том, что наши лопатки от середины спины начинают двигаться по принципу дверок в метро. Руки же выходят аналогичным образом. Если этот ролик для вас был полезен, то давайте сделаем подписку на канал, поставим колокольчик и да, обсудим три базовых оппозиции в комментариях. Возможно, у вас есть свое мнение по этому поводу. До встречи!